Опять прилетел белопайчик, то ли тот вернулся, то ли новый прилетел. Но вроде самец, поет песенку. Будем ждать. Здесь их очень много, но идут плохо. Еще летят белопоясики. Сели. К паутине по-прежнему никто не идет. Сидят на сосне. Я даже не понял, сколько штук пришло. Одного видел. И все, будем ждать. По-прежнему никто не спускается, сидят, бурчат что-то себе под нос. Один вроде начал маленько спускаться. Здесь они какие-то малоактивные, потому что хвойный лес, шишки кругом.
сидят на сосне, как примерзли. Никаких движений к паутине не делают. Летают чечетки. Знаю их, конечно, как их можно наловить побыстрее. Надо просто включить манок. Но я ловлю сегодня на живой звук. Манок лежит просто так. Играет подзывка сосновика. Пошел небольшой снежок. Я, наверное, прервусь, чтобы не села зарядка на телефоне. Будет что-то интересное, включусь снова.